А вы не задавали себе вопрос, кто на самом деле управляет вашей жизнью? Вот если вы до сих пор задаете такой вопрос, я хочу пригласить вас на бесплатный абсолютно тренинг, бесплатно платить даже не надо, где я записал для вас интервью сущностей, да, вот прям их, которые живут в людях, которые рулят от начала до конца всей их жизнью. И не только с детства, и не только, что вам там психологи говорили, там психотравмы. Они там много жизней, и будут там еще и дальше, и в следующих, пока вы не выучите урок. Какой? А я не знаю. Вот я честно говорю, только они знают, и у каждого он свой. И никаких шаблонов вы не можете под эту тему подогнать. Поэтому, если вам интересно, какие они бывают, и что они от людей могут хотеть... Переходите и смотрите. Может, вы найдете что-то в себе. Может, вы в какой-то момент захотите перестать мучиться и вот постоянно искать, постоянно быть в поиске. Потому что сейчас очень модно искать себя. Алло, а ты не хочешь себя найти? Ну, как бы прийти к цели. То есть, если ты хочешь что-то там получить, так получи. Хочешь найти призвание, хочешь помогать людям, начни это делать. Но я вам сразу скажу. Вот. Чтобы перестать притворяться, нужно просто проанализировать. Жизнь, вот она в общем, ставит вам оценки. В школе вы получали красной ручкой в дневнике двойки, а здесь вы получаете, когда повзрослели, деньгами. Вот какие оценки вы получаете? Не знаю, если вы сидите на Ютубе, у вас $15 нету за рекламу заплатить, не очень оценки. Поэтому вопрос, вы хотите все-таки разобраться вот с сущностями, которые рулят вашей жизнью? Если да, на бесплатный вебинар. Если нет, всего хорошего, продолжайте. Я еще раз повторяю, у этих сущностей понятия о времени не существует вообще. Они могут с вами всегда находиться. И в следующих, там, и через 100 жизней будут вас учить тому же самому. Поэтому вопрос, хочешь сейчас или потом? Думаем.